Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. Сегодня героем нашего обзора будет новый видеорегистратор Inspector Octopus. Это двухканальный видеорегистратор с поддержкой вывода уведомлений по камерам фиксации нарушений ПДД. Он уже появился в российских магазинах, его более подробные характеристики и цены представлены по ссылке в описании к этому видео. В комплект с данным устройством покупатель получает вторую камеру с кабелем ее подключения, крепление с двухсторонним скотчем, крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство-прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Выполнен Inspector Octopus в стильном корпусе, вытянутой формы, с закругленными углами. Сборка проведена качественно. На фронтальной стороне расположен объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз, с хромированной окантовкой по периметру. В этой модели используется оптика с диафрагмой 1.8. Со стороны водителя 3-дюймовый дисплей разрешение 960 на 240 пикселей. На него выводится изображение из двух камер. Нажатие на кнопку может переключить приоритет отображения между камерами. Внешнюю камеру можно ставить как внутри салона на заднее стекло, так и разместив снаружи на номерном знаке. Она может выступать хорошим помощником во время парковки. Длины кабеля подключения достаточно для организации скрытого монтажа внутри салона. Это же относится и к комплектному зарядному устройству. Также стоит отметить наличие USB-разъема с возможностью зарядки смартфона или подключения дополнительного устройства. Предусмотрели два варианта крепления, один с вакуумной присоской, вторая площадка с двухсторонним скотчем. Обе поддержат поворот на 360 градусов. Паз подкрепления находится на верхнем торце. Справа слот для карты памяти, мини-USB и microHDMI. На нижнем торце 5 хромированных кнопок управления. Для удобства взаимодействия на экран в виде иконок выводятся соответствующие им действия. Опции настроек выведены общим списком. Пользователь сможет настроить съемку основной и дополнительной камер. Задать сценарий работы для GPS-информатора. Выставить печать номерного знака и активировать режимы помощи водителю во время движения. С экрана видеорегистратора можно просмотреть отснятые ранее файлы. Inspector Octopus использует базу стационарно расположенных камер контроля нарушений ПДД. При приближении к ним на экран выводится информация по разрешенной скорости и типу камеры. Сопровождает все это внятными голосовыми подсказками. В базе присутствуют все типы камер. Обновления выходят ежемесячно. Inspector Octopus на основном канале ведет съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Вторая камера пишет в HD разрешении. Ролики пишутся с разрешением MOV с кодеком H264. Они распределяются по двум отдельным папкам. Предусмотрена возможность защиты роликов от перезаписи. Номерные знаки автомобиля хорошо читаемы как в своем потоке, так и встречном. Резкость держится по всей площади кадра. Дополнительно фиксируется скорость и маршрут движения. Ночью снимает лучше, чем большинство протестированных ранее моделей. Номерные знаки остаются читаемыми. Компенсируется яркий свет от фонарей и фар автомобилей. Inspector Octopus станет отличным выбором при поиске видеорегистратора автомобиля. Он демонстрирует высокое качество съемки, поддерживает двухканальную съемку и парковочный режим, а также позволяет сэкономить на штрафах за превышение скорости и нарушение других правил ПДД. Мы с удовольствием обсудим с вами Inspector Octopus в комментариях. Всем спасибо и пока-пока!